Опа-опа-па. Опа-опа. Хочешь мобиль? Крутой мужчина, я купил себе машина, почти новый, 10 лет, красный как Феррари цвет. Есть сабвуфер, чтобы громко слушать черные глаза, и красивая девчонка, я хотел катать тебя. Тачка, тачка, на прокачка, вас десятая модель, эй, красивая девочка, я катать тебя хотел. Хожу в гараж и на свой мотоцикл гляжу. Бензин, нормальное сцепление, газ. Но в общем я его завожу. Все достало, много суеты, денег мало. Надоело жить под офисным прессом. Городские джунгли пошлю я лесом. По ночам работа снится мне. Тендеры готовить стал уже во сне. А в деревне дом у самой речки, дед там варит кашу в русской печке. Еду, 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 еду. Где-то, еду, где-то, еду, еду, где-то, еду, где-то, еду, еду, где-то, еду, где-то, еду, еду, где-то. Еду к деду. Еду к деду.
слыхал мой дед про айфоны, но хранит мой дед у себя патроны, и ружье хранит уже много лет. Так что у меня с гаджетами дед. Получить загар можете на море, получить экстрим на горах в Андорре, и за смыслом жизни все летят в Тибет. У меня за все это отвечает дед. Еду, 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 еду. Еду к деду. Оп, 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 оп. Еду к деду.